Я считаю, это правильное решение, так как будет безопасно в первую очередь для детей, так как сейчас лето, много кто из детей катается на велосипеде, вот на самокатах, вот сейчас как раз это самое время, и будет очень безопасно, как и для взрослых, для всех молодых людей. Тут, во-первых, остановка рядом, мне так кажется. Из-за автобуса останавливается, когда уже там можно даже не видеть, почему-то, я так думаю. Но он как-то не стоит не в тему, мне кажется. Тут заезд и пешеходный переход, конечно, это нецелесообразно, это как-то логике не соответствует. Но если вы здесь делаете заезд, то, соответственно, надо будет пешеходный переход перенести. То есть решение правильное? Ну, я думаю, что да.